Всем привет, с вами Пенни Пресс. И сегодня у нас пятничка, пятница, пятничище. А это значит, что самое время объявить старт нового быстрого розыгрыша. То есть это розыгрыш, который пройдет уже завтра на стриме по КС. А будет разыгрываться вот этот вот Desert Eagle ночь. Desert Eagle ночь. Он, правда, маленечко поношенный там, да? Поношенный, тем не менее, выглядит просто охеренно. Все, что вам нужно сделать, это поставить лайк этому видосу, быть подписчиком канала и написать комментарий минимум из 5 слов. Завтра на стриме я выберу победителя. Ну, а задача победителя — узнать, что он победил. Вот и все. Ну, а я залетаю, как обычно, на Easy Drop. Сука, забыл, как он называется. Не открывал с понедельника, забыл, как называется сайт, на Easy Drop. Сегодня мы здесь будем крутить снова кейсы. Я напоминаю, что Easy Drop я должен 20к, я ему должен 20к, поэтому я сейчас всяческими способами пытаюсь сайт, короче, обмануть. Вот я, короче, пытаюсь что-то придумать, что-то изобрести, сделать так, чтобы нарушить его алгоритм, чтобы он снова мне выдавал не вот такие там синие спиральки, да, то есть а скинчик. Ну нет, может, в принципе, такие с фрикейсов это пока нает, с фрикейсов это нормалды. Вопросы пролетели на валентности. Ну, могла до фамоса, а вот эта валентность за 30 рублей, да, то есть мы ее тогда оставим для апгрейда, с апгрейдом. Так, по-моему, эта херня у меня недоступна, да? Недоступна. В данный момент вы не можете крутить колесо. Я не могу крутить колесо. Потому что я получить. Что мне надо сделать? Получить. Сколько надо? И что, типа, говорит, 750 рублей пополнить? Пополни еще, говорит, 750 рублей, тогда ты получил вот эти скины. А это, говорит, хер тебе уже. Да и пошел ты нахер. Ну, их. С тобой. Так, только ты не тормози, пожалуйста. По традиции, что мы сделаем? Откроем разок вот это. Я же вот это открываю, да, по традиции. Вот это откроем, посмотрим, как выпадет скинчик нам. Последнее время падает что-то рублей за 100, поэтому давайте посмотрим, как выпадет рублей за 100 нам скинчик, а потом пойдем. Франклин. Ну, 140 рублей, ничего нового, 140 рублей. А, 96, ну, понятно. Понятненько. Ладно, не, ничего, я как бы сейчас, ломаю алгоритм, поэтому канает. Давай по 3. Открываем по 3. Один так, два быстро. Один открываем так, потом открываем два быстро. Какао буйство, да? Буйное какао. Вот херня. Давай открыть быстро. Тоже херня. Еще разок быстро. А, тоже почти херня, да? Так, открыть. Нет, теперь снова. А, два раза обычно, один раз быстро. Я не знаю, что я в голове там изобретаю, блядь, алгоритм какой-то, как открывать. Так, два раза обычно, один раз быстро, да? Угу. Ну нет. Мне вот просто интересно, сколько у меня заберет сайт, прежде чем снова начнет выдавать. Может, надо на нем как бы каждый день открывать, чтобы он что-то выдавал, да? Может быть, надо открывать каждый день, чтобы он что-то выдавал. Не знаю. Хер его знает. Все стандартно, все обыденно, одинаково, обычно. Че? В субботку снова, ой, в субботу, в воскресенье снова будем. Депать 1к и сливать. И сливать 1к будем в воскресенье. Так, ты мне. Он даже не дает скинов, чтобы я мог бы эти апгрейды хотя бы сделать от 10 рублей. А, ну подожди, у него же есть фазы у этого Easy Drop. Я помню, в один период был, что он как бы вообще ничего не давал. То есть прям жестко там брил, ничего не давал. Это длилось довольно долго, продолжительное время, поэтому может
Снова так. О! Единственный скин пока что, который можно будет в апгрейд закинуть. Пока что единственный, который можно закинуть в апгрейды. Ну, эти... Сколько? Он тогда вот это какао-буйство эти давал, то есть где-то они рублей по 40 залетали запросто прям. От 35 там летели какао-буйство. А тут что-то какао-буйство прям вообще какое-то прям в цене упало. Упало в цене какао. И может это из-за выхода нового вот этого кейса там этого, блять, вот они одинаковые. Какие-то он это клоны дает. То, что новый кейс появился, новые скины там эти появились. Но юспик там, конечно, огонь. Прям огонь юспик. Вообще прям. Я тут этого смотрел ролик Донбаза, как он эти открывал кейсы. Ёптать, ему там с первой прокрутки нового кейса сразу вылетел этот новый юспик. Я просто охерел. То есть, ну реально, если такое, знаешь, не запишешь на видео, хер кто поверит, что с первого кейса сразу падает юсп. Бомбовый такой там прям. Вот. Ох, ты ж, ох, ты ж, ох, ты ж, ох, ты ж. Ну, понятно, все, я тебя понимаю, Изич. Изич, я тебя понимаю, я тебя принимаю, как бы... Зла на тебя я не держу. Я ж... Знаю, что тебе надо тоже как-то бабки отжимать, да? То есть, просто кому-то сейчас пофартит. То есть, мне как-то пару недель мне фартило, а тут сейчас, сейчас фартит кому-то. Вот, ну, я поздравляю того неизвестного человека, которому сейчас жестко фартит на изидропе. Вот, мне остается за тебя только лишь искренне порадоваться. Вот, потому что я знаю, что Изик может люто просто выдавать. Просто люто, люто выдавать. Так, все, мы что можно, все слили. Давай в апгрейд залетим, посмотрим, что есть. А подожди, а сколько вообще бабла мне удалось отжать? Сколько? А если продать все? 248, то есть минус 2 рубля. То есть, грубо говоря, я закинул 250-248, да, то есть я имею то, что я закинул. Вот. А если бы я не продал еще два скина, которые мне выпали с фрикейсов, то я был бы в плюсе. Я был бы в плюсе. Но я их продал, поэтому мы сейчас летим в апгрейды. Я вот думаю, что мне сделать из вот этих трех. Ну, я вот эти два попробую на апгрейды, а вот эти я заберу, потому что... Потому что, знаете, почему я заберу? Да потому что мне нужно вам разыгрывать. Потому что мне нужно вам разыгрывать скинчики. Так, мы ставим на 10%. Потому что я же кручу-то для чего кейсы? Чтобы скины потом разыгрывать. Я кручу кейсы, чтобы у меня были просто скины на розыгрыше. Мне неинтересно их покупать, чтобы разыгрывать. А вот открывать и разыгрывать мне интересно. Я сразу убиваю двух зайцев. Я свой азарт, скажем, чутка глушу, да? Глушу свой азарт. Ну и у меня есть скины, чтобы я мог их разыгрывать. Вот и все. Вот и все. Недолет. Недолет. Вот такая вот бита. Вот эти я пока выводить не буду. В субботу. Пусть они пока полежат. Там... поквасятся там, да, то есть, а в воскресенье я их тогда и заберу. Вот такая вот получилась, такой получился ролик, точнее ничего не получилось, снова ничего не получилось, да, то есть вот ничего не получилось. Ну, минус 50 рублей деба. В общем, ребята, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, конечно же, принимайте участие в розыгрыше, который у меня проходит. Всем пока.